Любители кофе, кофейных напитков и не только. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию рубрику, посвященную Дню города. В ней мы расскажем об одном из самых ярких событий, которое пройдет 27 июля в областном центре. Чтобы никто не остался голодным, в этом году будет работать 5 гастрономических фестивалей. На одном из них можно будет продегустировать крепкие горячие напитки. Речь идет о фестивале «Кофе улиц». Он пройдет в Тюмени уже в 5-й раз. Старт в 10 утра на городской площади. Лучшие баристы областного центра научат, как варить вкусный напиток, не используя профессиональное оборудование. У тюменцев будет возможность попробовать необычные сорта и научиться рисовать на пенке. Это искусство называется латте-арт. Одним словом, организатор фестиваля, областная ассоциация гостеприимства, обещает, что будет весело. Фестиваль «Кофе улиц» – отличный повод, чтобы устроить себе необычный субботний завтрак, а заодно посетить одну из главных достопримечательностей Тюмени – городскую площадь. Ведь это место имеет богатую историю и бережно хранит традиции. Слово Анастасии Ализаревич. Городская площадь – одно из самых важных мест в областном центре. Здесь, на Первомайской 20, последние полвека находится здание администрации города. Оно было построено в середине 70-х годов. С тех пор в нем работают главы города, мэры, сити-менеджеры, члены городской думы и ее председатель. В разные годы кресло главы здесь, на 8-м этаже, занимали Геннадий Райков и Степан Киричук, Владимир Якушев и Сергей Сметанюк, Евгений Куйвышев, Александр Мор, а с прошлого сентября – Руслан Кухарук. Сама площадь тоже интересна. Именно под окнами главы города находится самая большая клумба Тюмени. Флористическое чудо хорошо видно с высоты птичьего полета. Гигантский цветочный ковер постелили между цирком и городской администрацией. Его площадь 400 квадратов. На создание шедевра каждую весну уходит 25 тысяч живых цветов. За порядком на клумбе и площади наблюдают в дежурной части полиции через систему «Безопасный город». Кстати, здесь же любят открывать и закрывать рабочий сезон муравьи отрядов мэра. В этом году движению исполнилось 20 лет. А зимой по хорошей и доброй традиции на городской площади украшают елки. Это делают сотрудники ведущих предприятий города. Зеленые красавицы с их логотипами сверкают во все светодиоды и лампочки. Так что место красиво во все времена года.